сейчас, где раньше было Комсомольское озеро. Кто-то из подписчиков тоже просил показать, как что сейчас выглядит. Вот были неподалеку, решили заехать. Самим интересно, сами никогда здесь не были. Продолжаем поиски, пока безуспешно. По картам смотрим. Так, сейчас секунду, стендовая. Сейчас на месте Комсомольского озера центр стендовой стрельбы. Да. Shooting Plaza. Продолжаем дальше поиски. Оказывается, не туда свернули. Посмотрели по карте. Постараемся найти сейчас. Это вот район, микрорайон Казгурт. Сейчас я могу к нему подъезжать. Вот телемышка. Ну, если честно, заехали в такое место интересное. У нас в Чимкенте леса не найдешь, парки, а здесь так прям лес настоящий. Можно приезжать, отдыхать. А, вот он. Это тоже, да, все Казгурт? Да. И очень много ворон. И такие огромные, жирные, упитанные. Да. Теперь городская свалка находится как раз-таки здесь, в этом районе, в районе Телевышки. И поэтому здесь такие упитанные вороны. Вон, Shooting Plaza. Ух ты. Поэтому только по рассказам. По рассказам, да. Ну вот сейчас здесь. У отца друг был охотник, у него дочь спортсменка, занимающаяся стендовой стрельбой. Вот теперь здесь, в чаше Комсомольского озера, находится вот такой вот центр олимпийской подготовки по стендовой стрельбе. Вот наконец-то я его тоже увидел, нашел. Давай подъедем, посмотрим. Целая прям. Вот. Вот это стреляные патроны пластмасски. Но они для чего-то их собирают. Наверное. Они... Свистульки. Сейчас же я боюсь. Сейчас если даже крышки перерабатывают. Да, боюсь показаться дилетантом. Для чего-то их. Пишите в комментариях, кто имеет отношение к охоте, к стрельбе, к спорту. Для чего их собирают? Я думал, из них какие-то свистульки делать. Мы в детстве в них свистели. А для чего сейчас, не знаю. Вот, что сейчас из себя представляет Комсомольское озеро. Дальше вон там слева, вон там как ряды поля, садов. Остальную часть чаши засадили чем-то, что ли. Или это тоже имеет отношение к стрельбе. Не знаю я, в общем-то. В общем-то, вот так. Угу. Кто желает пострелять, милости просим. Приезжайте. Вот ваше бывшее Комсомольское озеро. Да. Вот и нам тоже интересно, ну, да, увидеть. Я здесь тоже никогда не была. Сейчас попробуем объехать с другой стороны. Муж неугомонный, хочет поближе еще посмотреть. Здесь заборы, заборы. Да, да, заборы, за ним, по всей видимости, что-то. Вот этот вот сам центр. Нет. Нет тут. Районы, кварталы. Кварталы, да, жилые массивы. Да. Город растет, и уже раньше вышка, это казалось. Где... Вот, 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 что это такое? Ну, это... Вот это чаша Комсомольского озера, вот что это имеет отношение к стрельбе или это какие-то шпалеры для винограда? Ну да, на винограде. Да, вон видишь, вон с той стороны, как этот, вот это что, как терраса, вот, вот, вот. Видишь, на направлении по телевышке, вот это что, это бывший берег озера или это сейчас сделано как
террасы для стадиона, на них сидят люди, чтобы смотреть. Нет, там сидят. Наблюдать за соревнованиями. Там же был специальное же место с крышей. Нет, это совершенно уже другое что-то. Это да, ну вот понижение, вот такая пустошь, понятно, что это бывший водоем. Короче, понятно, все. В общем, сегодня такой веселая такая прогулочка получилась. А я вам больше скажу, тут через дорогу городская психбольница. Если... А тоже кто-то спрашивал, чтобы мы показали. Может, кому-то, у кого-то детство с этим связано или юность. Пожалуйста, тут сейчас через дорогу буквально можем привести, тоже показать. Сейчас это называется Центр психического здоровья. Чимкенти, напоминаю, у нас опять тепло, жарко. Даже вот такой лесочек, смотри. Да, вот, смотрите. Сюда вот здесь можно на пикники ездить. Вот сюда мы заехали, так красиво. Просто супер. Прям вот лес. Правда, очень много уже пенечков. Но я представляю, как тут летом хорошо. Ну, или там весной, когда это все цветет. Это же плодовые, наверное, какие-то. Нет, это каракачины. А, просто каракачины. Ну, очень красиво. Сейчас трава зеленая. Уже облачка вот перистые. Обещают следующую неделю дождливую. Даст Бог, поснимают дождливый Шымкент. Если честно, мне уже само хочется такой погоды, дождика. Пасмурно, листопад, красиво. Ну а потом, чтобы светило солнышко опять. Подъехали сейчас, это район автобазара. На Казбурте, который. Смотрите, сколько желающих продать свое авто. Сегодня воскресенье, базарный день. Ну, а мы решили все-таки попробовать подъехать к Центру психического здоровья, раз мы уже здесь. Поправить его, да, уже друг другу. Уже наконец-то его поправить. Не, мы его друг другу поправляем каждый день с супругой. А вот сегодня решили все-таки обратиться к специалистам. Хотя бы поближе подъехать к специалистам, так сказать. Да? Вот разворот, это въезд на город, ключ от города, и вот знаменитый пост ГАИ ташкентский на выход из города. В советское время на всех выходах из города стоял пост ГАИ. Вот, ну, его, осколок. Его как памятник оставили. Да. На перекрестке с Бигжан-базаром Алматинской трассы перед аэропортом, сейчас там Бигжан-базар, там стоял такой пост, здесь вот и так далее. Вот. Конечная 32, нет, 35, вот конечная, 32 туда заезжал. Вот видишь, вот осколки этих деревьев и вот заборы, вот тут все лес, вот остановка психбольницы. Вот это? Да, вот. Старый? Да, колоннада. Здесь 32 становится, а психбольница вот там ниже. Туда подъезжаешь к стоянке уже. Ну, посмотрите, даже остановка сохранилась. Да. Здесь тоже лесок. Вот. И здесь все было, до самого мусульманского кладбища. Сейчас вот все. Ну и вот само здание. Это поликлиника, а вон там пошли отделения. Вон детское отделение, самое крайнее. Кому интересно, кому не интересно. Ну вот, надеюсь, вам было полезно это видео. Спасибо за то, что смотрели, за то, что смотрите. Ну, на этом хочу завершить это короткое видео. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Привет вам из солнечного Шымкента. До новых встреч. Пока-пока. Какая надпись? Не видела раньше.